Архитектура и устойчивое развитие. Тактика и стратегия. Тема 31-й ежегодной конференции Союза московских архитекторов, которая состоялась 20 апреля в выставочном зале Центрального дома архитектора. Первичные организации выдвигают своих кандидатов для участия в этой конференции. Причем темы каждый раз абсолютно актуальны. Они очень долго вырабатываются, они очень долго обсуждаются, они принимаются, в конце концов, правлением, президиумом Союза архитекторов. Сама конференция – это уже заключительная часть большого творческого мероприятия. В течение полутора месяцев в рамках деловой программы архитектурного фестиваля «Золотое сечение» прошли 5 круглых столов. По результатам их работы были подготовлены доклады на конференцию. Конференция – достаточно важное событие в жизни архитектурного мира московского. И, в принципе, информация об этой конференции, она расходится по всей России, а также за пределы. Что мы здесь обсуждаем? Обсуждаем мы здесь самые важные проблемы, которые затрагивают сегодня архитектурное творчество, архитектурную практику, архитектурное образование. То есть все то, что связано с жизнью архитектора, как начинающего, так и реально практикующего. По результату работы первого круглого стола технический директор творческого производственного объединения Pride Олег Иванов в своем докладе назвал конкретные предложения, которые нужны для решения проблем эффективной интеграции в процессе реализации концепции устойчивого развития страны. Устойчивое развитие, которое продекларировано Генассамблеей ООН, оно может быть для нас уже не так актуально, и может быть нам пора уже искать свой вектор развития, свой вектор устойчивого развития. Станислав Кулиш в докладе «Я, мы, архитекторы» поднял несколько важнейших тем, одна из которых – проблема профессиональной подготовки, и вторая, вытекающая из первой – падение уровня профессионализма. Дарья Щербакова в своем докладе «Метамодель Москвы и будущее BIM в РФ» озвучила 4 шага перехода к метамодели. Это позволит сделать гораздо более качественный градостроительный анализ, определять как зоны риска, так и выгодные стороны участка под застройку, а также станет незаменимой для служб эксплуатации. Метамодель города помогает в планировании развития городской среды, поскольку она позволяет выявить слабые места и улучшить взаимодействие между компонентами городской среды, повысить ее устойчивость, как раз то, что промелькало уже в докладах, и обеспечить удобство жизни для горожан. Доклад «Почем фунт лиха» или «Наш ответ Чемберлену» был посвящен вопросам импортозамещения как материалов, так и софта. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла участие в круглом столе на тему «Архитектурно-градостроительный облик» вчера, сегодня, завтра. А в докладе на конференции она озвучила те критерии АГО, которые были выработаны в ходе заседания круглого стола. Среди них контекст места, материалы, колористическое решение, чистота фасадов, пропорции и другие. Те механизмы, которые нам, вероятно, будут даны для формирования облика городов, населенных пунктов, деревень нашей страны, он должен включать в себя те характеристики, которые в совокупности дают возможность описать здание. Но, к сожалению, переложенное на бумагу и отыгранное в обратную сторону, оно не всегда может привести к качественному результату. Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов заявил, что конкретные инициативы по решению глобальных проблем сообщества будут озвучены на главном архитектурном форуме страны «Зодчество» в октябре. Та тема, которую мы выдвинули на первый план, она является составной частью большого цикла годового мероприятий Союза архитекторов, который в конце обязательно всегда увенчивается фестивалем зодчества. Мы взяли тему «Архитектура устойчивого развития».